Глаз человека можно сравнить с устройством фотоаппарата, объектив которого роговица с хрусталиком, а фотопленка – сетчатка, сложно устроенная многослойная структура, которая с помощью нервных волокон соединена со зрительными отделами головного мозга. Отслоение сетчатки чаще всего застает пациента врасплох. До ее появления у человека может быть отличное зрение, и никаких жалоб он может не предъявлять. Сегодня я решил рассказать об этой проблеме подробнее, как же с ней бороться. Отслоение сетчатки – это офтальмологическое заболевание, при котором она отделяется от нижележащих оболочек глазного яблока. При патологии от недостатка питательных веществ сразу же страдает слой фоторецепторов и пигментного эпителия, что постепенно приводит к утрате функции сетчатки и тяжелым расстройствам зрения, а в итоге к слепоте. Здесь мы с вами видим частичное отслоение сетчатки. Фиброзная ткань достигает хрусталика и ресничных связок. Ну а тут уже полное отслоение сетчатки. Плотная фиброплазия, нет оттока жидкости, даже развивается глаукома. Давайте узнаем, из-за чего же возникает отслоение сетчатки. Существует множество факторов, вызывающих отслойку сетчатки, основными из которых являются близорукость в высокой степени, близорукость в средней степени, различные травмы, которые могут способствовать разрывам сетчатки, разрывам периферической области сетчатки с возникновением отслойки. Риск возникновения отслоения сетчатки увеличивается с возрастом. У пациентов до 40 лет заболевание возникает редко и, как правило, связано с травмой глаза. Вероятность разрыва сетчатки, приводящая к отслоению, возрастает при занятиях боксом, единоборствами, прыжками и другими травмоопасными видами спорта. А по каким симптомам можно заподозрить признаки отслоения сетчатки? Пациенты со отслойкой сетчатки зачастую предъявляют жалобы на возникновение какой-то резкой пелены или резкого глубокого тумана, или шторки, или выпадение полей зрения, прям выпадение половины. Это очень характерный симптом, который вызывает за собой тяжелое состояние, как отслойка сетчатки. Сегодня применяется не один метод хирургического лечения отслоения сетчатки, а несколько в зависимости от вида заболевания. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.